Непотушенная сигарета привела к трагедии. В Новосибирском районе в результате пожара в частном доме погибли 4 человека. К моменту приезда огнеборцев пламя почти полностью уничтожило одну половину жилого дома. Отстоять вторую часть строения удалось благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных. Справившись с огнем, сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем помещении тела 3 мужчин и 1 женщины. В Следственном комитете по факту ЧП начали доследственную проверку. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили пожарно-техническую экспертизу. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем при курении. 5 ноября, 8 часов 48 минут, поступил вызов о пожаре. По прибытию в село Марусино было установлено, что горит частный дом, половина частного дома, открытым огнем. В результате тушения пожара, где было задействовано 23 человека, а также 6 единиц техники, было обнаружено 4 погибших. Наиболее вероятная причина в настоящий момент рассматривается как неосторожность при курении.